Друзья, всем привет! Сегодня простое, быстрое в изготовлении и, на мой взгляд, очень классная скамейка из профильной трубы 40x40. Но перед началом работы необходимо сделать некое подобие верстака. И сделать его надо тоже быстро. Для этого я решил сделать два козлика и положить на них лист ОСП. Сейчас вы видите, как я делал один козлик в ускоренном 8 раз видео. По факту на изготовление ушло 7 минут. Соответственно, 15 минут на 2 козлика. На мой взгляд, это самая удачная, прочная и дешевая конструкция. 6-метровая доска режется на 7 частей по 80 см и скручивается как на видео. Итого через 20 минут у нас уже есть верстак для работы. Вообще всю работу вы можете увидеть, посмотрев это видео. Особых комментариев давать нет смысла, но вкратце расскажу, какая будет скамейка. Размер у нее будет 1,5 метра длиной, глубиной 40 см, высотой 45 см. Все соединения я решил сделать под 45 градусов. Для удобства прикрутил брусок к ОСП и использовал его как упор. При сварке обращайте внимание, что металл при нагревании немного ведет, поэтому я прихватывал все на точке и затем обваривал. Далее предлагаю посмотреть на процесс изготовления. Всем приятного просмотра! Друзья, получилась вот такая скамейка. Как я говорил, была использована труба 40x40, ушло 7 метров. В качестве сидения использовал доску 95x20. Прикрутил все на мебельные болты. Трубу покрасил краской 3 в 1 по ржавчине, а деревяшку вазелиновым маслом. Получилась, на мой взгляд, классная скамейка за чуть больше 1000 рублей.
Общее время, затраченное на изготовление, около 3 часов, но, конечно же, уходило время на высыхание краски и масла. Но я это время не считаю. Как вам, друзья? Если понравилось видео, то ставьте лайки и в комментах пишите, как еще можно сделать красивую, дешевую и классную скамейку своими руками. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!